Дорогие друзья, приветствую всех на канале компании «Купи салон». Меня зовут Алексей Крыловецкий. И дальше речь пойдет об совершенно отвратительном проекте. Неинтересном, скучном, обладающем огромным количеством недостатков, с которым мы поработали. И я призываю всех, кто еще не успел отказаться от просмотра этого видеоролика, поскорее остановиться, переключиться на что-нибудь более интересное. Благо у нас на канале больше 300 видеороликов, посвященных различным автомобилям, где работа выполнена по-настоящему круто, а не так, как здесь. Вот когда я смотрю на эту машину, я вижу, насколько она недоработана. И это заставляет меня попросить вас еще раз выключить этот видеоролик, если вы, наконец, имеете такую возможность. Но если все-таки не имеете, я расскажу, что же можно было сделать лучше. Обратите внимание, боковые части сидений темно-коричневого цвета обладают явными изъянами. Это морщинки, какие-то складочки, неровности на швах, изломы. Все это, конечно, делает автомобиль Lexus RX по-настоящему не премиальным, хотя он достоин большего. Стоило ли владельцу сохранять вот эти боковины, сделанные из дешевой искусственной кожи, или все-таки задаться целью, если уж покупаешь по-настоящему премиальный автомобиль, то и подойти основательно к этому вопросу, перешить машину целиком, а не делать вот это вот лоскутно-кусочные перетяжки. Мы плохо провели свою работу. Не по перетяжке. Плохо провели работу с клиентом. Мы должны были найти к нему подход, мы должны были убедить его, что вот так делать машину нельзя, что не надо делать вот эти вот полуперетяжки, что надо делать сразу, качественно, наверняка. И я торжественно клянусь, что в будущем мы будем всем нашим клиентам предлагать исключительно полные перетяжки салонов. Откажемся ли мы вот от таких лоскутных вариантов? Наверное, нет. Мы все-таки жадные сволочи, которым надо выполнять заказы каждый день, чтобы наши сотрудники всегда были обеспечены работой, чтобы никогда наша рука не уставала, чтобы никогда наши иглы в швейных машинках и наши ножницы в руках закройщиков не тупились, и чтобы наш профессиональный уровень только рос. Ну, а если вам надоело смотреть этот скучный, этот примитивный и этот очень нехороший салон, но вам интересны Лексусы как таковые, вот здесь есть ссылочка на плейлист по Лексусам, где есть огромное количество других наших работ. Я же хочу призвать вас подписаться на наш канал для того, чтобы в будущем не испытывать таких вот творческих мук, эмоциональных переживаний при просмотре проектов, выполненных вот таким вот образом. Со всеми прощаюсь, желаю всем удачи, кликайте колокольчик. Ставьте нам дизлайки, пишите комментарии в поддержку этого видеоролика. И, конечно же, не забывайте про наши аккаунты в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбук и Drive2.ru. Удачи всем, пока!